Всем привет! Итак, профессии, на которых можно заработать первоначальный капитал для бизнеса. Первыми по хорошим зарплатам идут специалисты IT-сферы. Это блогер, программист, специалист по машинному обучению, разработчик мобильных приложений, специалист по кибербезопасности, аналитик данных, гейм-дизайнер, графический дизайнер и так далее. Далее идут специальности с карьерными продвижениями. Это значит, что вначале будет маленькая зарплата и нет никаких гарантий, что будет продвижение выше. Начнем с военных специальностей. Но какой солдат не хочет стать генералом? А у генералов очень большие зарплаты. Численность нашей армии увеличивается, и поэтому военные учебные заведения ждут вас с нетерпением. Появились и новые специальности, например, оператор беспилотного летательного аппарата и роботизированной техники. То же самое по карьерной лестнице можно продвигаться и в полиции. А еще можно учиться водить морские и речные суда и дойти до капитана. Хорошая зарплата у нас в рыболовной отрасли. Еще есть нефтедобывающая промышленность, но для нее нужно серьезное обучение и образование. Самое простое – это выучиться на монтажника нефтедобывающих вышек. И, наконец, промышленный альпинизм тоже приносит хороший доход. Кстати, это и самый простой бизнес. Создайте свою бригаду, или даже лучше несколько бригад, ищите заказом и обязательно станете миллионером. Всем удачи!